22 июня в рамках социально-культурного проекта «Территория кино и телевидения» педагоги Орленка пообщались с режиссером, сценаристом и продюсером Никитой Михалковым. К онлайн-встрече подключились педагоги Международного детского центра «Артек», а также вожатые федеральных центров «Океан» и «Смена». В прямом эфире участники смогли задать вопросы режиссеру. Никита Сергеевич рассказал о том, что его вдохновляет и как добиться успеха в мире кино и телевидения. Глубина его ответов очень поразило, и как он отвечал от всего сердца, можно так сказать, и очень глубоко и познавательно. То есть даже самый легкий наш вопрос, на первый взгляд, он раскрыл так, что аж мурашки по телу пошли.